Смотри в будущее, живи настоящим. Сегодня во Всероссийский день правовой помощи детям в Чебоксарах в Национальной библиотеке прошел обучающий семинар для школьников. Своя субкультура, свой мир, отдельное от взрослых, обостренное чувство справедливости, свои ценности и приоритеты. Подростки всегда стремятся к самостоятельности. И в поиске собственного «я» ребята часто сталкиваются с вредными привычками, неправильными поступками, которые предупредить легче, чем исправлять последствия. Родители в одиночку не всегда справляются с этой задачей. К ним на помощь приходят педагоги, представители правоохранительных органов, общественности, медики. Все они сегодня собрались в Национальной библиотеке, чтобы поговорить со школьниками об их интересах и предостеречь от неправильного выбора. Говорили о многом. Как вести себя в интернете, какие посты в соцсетях противозаконны, как удержаться от настойчивых предложений попробовать психоактивные вещества. Если сказать по статистике, то на данный момент у нас состоит под наблюдением 221 подросток. Из них 24 человека имеют проблемы с потреблением психоактивных веществ. Это данные по Чувашской республике. Сегодня мы отмечаем День правовой грамотности. И для детей это очень важно. Мы хотим сегодня познакомить с программами и проектами, которые мы реализуем. У нас есть такие программы, как «Осознай свой выбор», «Про здоровье», «Пасхальная радость». Я хочу пригласить сегодня подростков участвовать в наших программах.